что-нибудь есть? Я тебе обязан жизнью. Спасибо большое. Кто знает, что бы они со мной сделали, если б не ты. Обещаю, я помогу тебе отсюда выбраться. Книги. Да, я понимаю. Я думал, может... Я думал, что тебя послали за мной. Ну да, книги. Они у вызывающей. Ее очень заинтересовал один из томов. Но в клетку она меня все равно посадила. Тебе не нужна моя помощь? Ну, я просто пытался помочь. Ладно, тогда я просто буду выбираться. Спасибо за освобождение. Приступай. Еще раз. Мы немного передохнем, а затем перейдем к кто-нибудь есть. Thank you.
сомнений.
кто вломился в мой дом и уничтожил мою работу. Приятно познакомиться. Так ты из подручных Арина. Это печально. Ты подаешь надежды. Приходишь сюда, убиваешь моих ассистентов, мешаешь работе. Меня это весьма огорчило, поэтому я тебе вряд ли что-то дам. Ты мне пытаешься угрожать, несмотря на то, что я была такой гостеприимной? Хорошо, тогда ты вовсе не уйдешь отсюда. Тебе крышка.